тех пор, как мы здесь были последний раз, здесь изменилось очень все сильно, просто кардинально. На этой стороне не было ни бассейнов, ничего, здесь был просто сад, в общем-то, ну, хорошие пальмы и все такое. Но сейчас все сделано совсем по-другому. Два бассейна, маленький спортзал, ремонт бунгало они это сделали. Внутри-то все так же, как и было. Но мы когда подъехали, даже подумали, что мы не туда попали, потому что выглядит совсем иначе все. И заезд, и все. И вот издалека посмотрели на Tiger Camp, он издалека тоже выглядит уже совершенно по-другому. За 4 года здесь изменилось просто колоссально все. Но номерочки такие же приятные, то есть все. Вот. О, даже ванна. Вот ванна появилась. Раньше был только душ. Теперь вот появились и ванна даже появилась. Обалдеть. Вот. Все как раньше. Но только сам экстерьер стал иной совсем. Вообще красиво. Вот снять такой бунгало стоит 1400 бат в сутки. Да, ну тут максимум как бы на 4 человека можно, по сути. Вот. Но вообще рассчитано по заказу, как мы это делали, на 2 человек. Ну, все понятно. То есть вот здесь оно получается как апартаменты. То есть есть телевизор, микроволновка, холодильник, какая-то банальная кухонная, значит, утварь, ванна, да, туалет и спальник с кондиционером. В общем, хороший домик. А как это выглядит, сама территория, я в отдельном видео покажу.